Вчера я был беспечным, плевал свысока на приличие и такт, и в порядочных компаниях, и при жлобах. Вёл себя я хуже, чем панк. Видел то, что было, и то, чего нет. Не раз выбирал счастливый билет, умирал за любовь и клялся войной. Гулял по волнам и летал над землей. Еще вчера я был далеко, в беспредельном пространстве, в сказочном НЛО. А может быть, все это было лишь сном, с небывалым сюжетом и веселым концом. Макс, ты не спишь? Макс! На! Спал, пока ты меня не разбудил. Макс, извини. Ты сны толковать умеешь? Я в лоб тебе сейчас толкану. 6 утра. Чё тебе надо? Макс, скажи, вот если тебе приснилась девушка, то это к чему? Много к чему. К свадьбе. К свадьбе. Ну ты же с ней, получается, переспал. А если с косой и в капюшоне, то быстро и скоро. Не-не-не-не, косы не было. Спина была голая. Ха, блин, да ладно. А ты знаешь, что детям до 16 запрещено смотреть такие сны? А? Ну, Калис, что там еще голое было? Не-не-не, в основном она одетая была. А, во рту цветок был. Вот это к чему? А? К врачу. К врачу тебе надо, Борюся. Ты знаешь, что значит цветок во рту по Фрейду? По Фрейду? Сейчас мне кто-то схлопочет по Фрейду. Борюшка, если ты сейчас не заткнешься, это будет последний сон в твоей жизни. Иди давай. Свет выключи. Ну и пусть. Зато посмотрю, чем все кончится. О, Италия. О, вещь. Да, осталось только бурку, коня и в атаку на студентов. Кабанов, Максимов, Квакуфа. О, крем от морщин. Да жила. Хоть харакири делай себе. Здравствуйте, Тамара Алексеевна. Ой, Тамара Алексеевна, там Лидия Михайловна, она вышла. А у меня тут вот бумаги о переводе. Угу. Нужна подпись. Как у вас красиво, Тамара Алексеевна. Ой, столько цветов, подарков. День рождения, такой красивый праздник, да? А это до поры до времени, Григорьева. А потом начинаешь понимать, что каждый прожитый год – это отрезанный ломтик от каравая в жизни. Ну почему вы так говорите? Вы даже не выглядите на свои… Ой, я не то хотела сказать. Ну вот и ручка не пишет. Где-то мне тут новую подарили. Держи-ка. Так. Какая она красивая у вас. Наверное, золотым пером, да? Да с каким золотым, Григорьева? Ручка как ручка. Вот так вот. Значит, к ней надо приложить записку,
что, мол, ай-яй-яй, какая нехорошая Тамара Алексеевна. Нагибает студентов, вынуждая их делать подарки. Очень дорогие подарки. Ага, а сама делает вид, что с этим борется. Люди же у нас как думают? Если борется, значит боится, значит есть что скрывать. А, вот почему вы не боретесь. Конспирация, да? Значит так, записка должна быть, разумеется... Анонимная. И надо ее... передать Веригину. Но! Не самому, через левого студента. Молодец, Макиавелли, соображаешь. Подожди. Это распространение среди студентов в качестве наглядного пособия. Угу. Давай. Все понятно. Адольф Рудинович, я к вам заходила на лекцию, но там никого нет. Что случилось? Вы очень наблюдательны, Лидия Михайловна. Но вам не о чем беспокоиться. Студенты – народ дисциплинированный. Вот они мне объяснительную написали. Шатцева? По поводу своего отсутствия. Или мы, или Шатцева. По-моему, исчерпывающе. Это что же, они из-за стипендии, которым побыть обещали? Ну, нельзя же верить всяким глупостям. Всяким нельзя. А этим, хочешь не хочешь, поверишь. А он мне говорит, сама доберешься, прикинь? Ну, я и зажгла с его лучшим другом. Катенька, как вы относитесь к эксплуатации человека человеком? Так, Андрей Константинович, что вам понадобилось на этот раз? Вы, как всегда, прозорливы. Не поможете мне собрать методички? Да, конечно. Спасибо. Ребят, давайте я соберу. Нет, это все равно. Давай, ходи. Давайте. Не знаем, что и делать, потому что очень боимся мести Ситниковой. Надеемся, что вы, как честный человек, бред какой-то. Что-то случилось? Надеюсь, что это просто чья-то глупая шутка. Не могу! Душа так и шепчет. Займи, но выпей. Слушай, Вовка, может, пойдем какого-нибудь коньячка выпьем, а? Не, Петь, неохота. Слушай, да что со своей Кристиной, как будто на ней весь свет клином сошелся, м? Тем более надо выпить. Знаешь, как говорят, хлебнул горе, хлебни с горя. А ты чё, чумной какой-то, м? Влюбился, что ли? Я? Нет. Почему это я влюбился? Ничего я не влюбился. С чего я должен влюбиться-то? Ну и зря ты влюбился, Борюсик. Ерунда все это. Любовь – это когда два дурачка делают третьего. Нет никакой любви. А я думаю, есть. Есть она. О, наш Борька – бабник. И кто она? Аня. Да. Откуда ты знаешь? А чего же не знать-то? Всю ночь сегодня орала, нянечка. Я побегу за тобой на край света. И чё за Аня? Деревяга. Деревяга? А чё не Синди Кроуфорд? Слушай, ты попроще, никого не мог выбрать? Она ж тебе старше. Ну и что, что старше? Ну и что? Вон, Жозефина тоже была старше Наполеона. Это как её, Клеопатра была старше Цезаря. И ничего, пошли же в историю. Ага, одного отравили, а второго зарезали. Нет, Борюсик, с Деревяга ты в историю не войдёшь. С Деревяга ты в историю влипнешь. Слушай, не слушай ты этого дурака, а? Вот лично я думаю, у тебя, Санька, есть все шансы. У меня? Да, у тебя вот столько положительных качеств. Первое, ты умный. Ну да. Второе, ну, в общем, умный ты. Нет, вот я прямо вот седлом чувствую. У тебя, Санька, должно все получиться, Борис. А я даже спорить готов. На бутылку коньяка. А спорь, Борисик, все равно в накладе не останешься. Ну, а давай, погуще, я армянский коньяк люблю. Тамара Алексеевна, можно?
А, Андрей Константинович, проходите. Ого. Наверное, приятно, когда люди вас ценят, помнят. Наверное, приятно, но как приятно иногда, когда тебя забывают. Простите, это не к вам. Какая стильная вещь. Это? Да какая там стильная? Ну, как говорится, дареному конявке. Главное, пифет. А у вас какой-то вопрос ко мне? Извините, Тамара Алексеевна. Если вы позволите, я зайду позже. Я его еще не сформулировал. Угадай, кто? Какой приятный голос. Джулия Робертс? Угу. О, какие нежные руки. Нет, не Джулия Робертс. Снежный человек. А? Да. Снежный человек, конечно, лучше, чем Джулия Робертс. А я, между прочим, сделал нам подарок. Да. Я купил 2 билета в театр. В Табакерку. На завтра. Какой ты молодец. А? Подожди. На завтра? Я не могу на завтра. Мне к врачу надо. К врачу? Что-то случилось? Да, врачу плохо, и я бегу его спасать. Ничего страшного, просто обычный плановый визит. Там по записи очередь. Все ясно. Ну, солнышко, ну не обижайся. Я тебя очень прошу. Ну, давай сходим в другой раз как-нибудь. А билеты ты или отдай кому-нибудь, или сходи с ребятами. А может, я Джулии Робертс скажу, а? А вот за это кто-нибудь у меня получит. Да я пошутил, пошутил. Андрей Константинович, можно вас на секундочку? У меня к вам вопрос. Да, Кристина, пожалуйста. По учебе. Насчет использования иностранных слов в русском языке. Кристина, у меня к вам встречный вопрос. А правда, что преподаватели у нас берут взятки? Ну а что, преподам на зарплату, что ли, жить? Ой, простите, я вас не имела в виду. Значит, это обычное дело. Ну а какой же еще? Ну что, вы не знаете, в какой стране живете? Да получается, что не знаю. Слушай, Сашка, у меня к тебе вопрос. Какой? По женской части. Петь. Да не, просто хотел узнать, какие парни твои подруги нравятся. Какой подруги-то? Ну, Аньки, деревяга. А, Аньки? Ну, она девчонка непростая. Угу. Тут записывать надо. Там столько условий. Ну? Ей нравятся красивые, угу, высокие, угу, умные. Ага. И что самое главное, богатые. Так что, Петька, тебе тут не светит. Богатые, говоришь? Да. Она занята. А я к вам. Лидия Михайловна. Да. Вы же у нас в курсе всего. Может быть, у вас найдется какой-нибудь знакомый в агентстве недвижимости? Вы что же, решили удариться в риэлторский бизнес? Да, дело прибыльное, почему бы не удариться? Причем очень больно. Лидия Михайловна, вы только не подумайте ничего, просто один мой знакомый хочет продать свою квартиру. Вот я и спрашиваю. Знакомый? А, попробую угадать. Такой небольшого роста, сухопарый, весь в мелу и с газеткой в руке. А? Лидия Михайловна, ну с чего вы взяли? Нет, так нет. Тамара Алексеевна! Я занята. Кофе не хотите? Нет. Есть разговор. Насчет Адольфа Рувимыча. Несите. Слушай, нифига себе. Я такую только в журнале видела. Последняя модель, как у Энрике Иглесиаса. Ну так. Блин, а откуда он у тебя, а? Да. Так. Борюсь себе купил. Здорово. Привет. Привет. Борюсь себе купил, а ему батя втык сделал. Мол, шикуешь. Ну вот мне его Борюсик подогнал. Борюсик? А что, у него деньги есть, что ли? А что, не знаешь, что ли? О, да ты знаешь, кто отец у Борюсика? У Борюсика отец почти олигарх. Скажи, Макс. А? Да, да. Ты про Челси слышал?
Ну, это такой клуб, который наш олигарх выкупил, да? Правильно? А ты знаешь, кто ему этот клуб продал? Слушай, а что тогда Борюсик в общаге тусуется? Да батя у него сильно строгий. Говорит, мол, я в свое время общагской жизни хлебнул, и ты, мол, хлебни. Вот так вот. Скажи, Макс. Да, да. А после первого курса он ему виллу купит или в Гарвард переведет. Так что вот, только ты смотри. Ничего про это никому не говори. А то нас батя Борюсика на нас секьюрити натравит. Нифига себе, Борюсик. Ну, что думаешь? Чего? Клюнул Анька. Очень жаль, Тамара Алексеевна, что вы все узнали, но я хочу сказать, что это мое и только мое дело. Ну, подождите, ну неужели нельзя придумать ничего другого? Увы. Это не страшно. Я продам квартиру, рассчитаюсь с долгами, и даже еще и на жизнь останется. Кстати, Тамара Алексеевна, вам сервант не нужен? Значит, рифыли бомжевать с шиком. Ну, зачем же так? У меня в Москве масса друзей. Приютят. Адольф Рымич, знаете, ну, если так вот все сложится, то я живу одна, квартира у меня просторная, места всем хватит, вы всегда можете рассчитывать. Да... Ой, извините, да, Тамара Алексеевна... Ой, вы знаете, вы не подумайте. То есть вы подумайте. Тамара Алексеевна, я очень признателен вам за поддержку. Тамара Алексеевна, я вот что хочу сказать. Андрей Константинович, а занятие закончено, а работы сдавать? Да, конечно, сдавайте. Хорошо. Давайте, сдавайте. Мне сдавайте, ну, ребят. Ага. Давайте. Андрей Константинович. Угу, спасибо. У вас все хорошо? Вы уже второй день со мной сегодня. Нет, Катенька, у меня все нормально. Андрей Константинович, ну я же вижу, что-то случилось. Просто иногда бывает очень больно разочаровываться в людях. И когда честный человек вдруг оказывается... В общем, не важно. Не важно, Катя. Да о ком, Андрей Константинович? Да ни о ком я, Катя. Ни о ком. Кофе пьешь, сон отгоняешь? Я? Это вы... Ты мне? А что, здесь еще кто-то есть? Я говорю, не выспался. Наверное, всю ночь в клубах тусовался, да? Я не в клубах. Я... Ой, ты знаешь, Боря, мне ведь тоже в клубах не очень интересно. Там детсад сплошной. Угу. Ой, а как у тебя с мат-методами, а? Нормально. То есть мы их еще не проходили. Обидно. А я думала, ты мне поможешь. Боря, ты же такой умный. Давай ты меня по математике подтянешь, ну? Да? Хорошо, вот я тебе сейчас мой номер телефона напишу. Так, вот. Звони в любое время. Пока. Звони в любое время. Вот такие подарки она хочет за экзамен. А чтобы из института не вылететь,
поняла. Представляете, тут одной ручкой не отделаться. Ты что задумал? Я? Я-то тут при чем? Иди вообще на Ситникова наезжай. Вот смотри, какие она дорогие подарки студенчества выманивает. Взяточница! Кто? Ситникова взяточница? Что, с дуба, что ли, рухнула? Да сама ты рухнула. Вот, смотри, смотри. Ну и что, ручка как ручка? Что? Ручка как ручка. Ты посмотри, сколько она стоит, эта ручка. Да ее теперь весь институт Томкой золотой ручкой называет. Куда пошла-то? Каталог-то отдай, дура. Так вот, я и говорю, она взяточница, понимаете? Взяточница. А что, может, договоримся? Значит, не хочешь мне помогать, да? Тебе хочу. Ситниковой нет. Вов, ну как тебе не стыдно? Ты неблагодарный. Она тебя, между прочим, могла и отчислить, так ведь нет, она тебе шанс дала. Ну какая она взяточница, ну? Строгая, да, сухая. Не то слово. Ну не взяточница же. Ну я тебе говорю, ее точно хотят подставить. Ну тот конверт, который Веригину подбросили, ну я тебе говорила. Явно Тимошин. Я тоже так думала. Но его же на занятиях-то не было, вот в чем дело. Значит, он передал через кого-нибудь? Ну, тут явно без него не обошлось. Так, а это значит что? А если Тимошин, то значит кто? А? Правильно. Гусев. Правильно? Правильно. А что нам надо? А надо нам найти улики против Гусева. А для этого что? Правильно. Для этого нам нужно. Для этого нужно вломиться к нему в кабинет и найти эти улики. А? Нормально? Вова! Вов! А? Да, как будто я тебе сейчас ничего не говорила, хорошо? Как это не говорил? Вот так. Как это не говорил? Ты сама разбудила во мне этот вулкан. Вулкан дедукции. А знаешь, как меня зовут? А меня зовут Шерлок Пинкертонович Квакуша. Ну ничего, я этого Гусева выведу на чистую воду. Я ему устрою, я ему... Катя! Катя! Катя, ты где? Должен же быть какой-то вариант. Жень, ты поел бы, а? Ты что будешь, суп или сразу второе? Жень, ты меня слышишь, а? А? Да, да. Я тебя тоже люблю. Жень, ну почему ты мне сразу не рассказал о своих неприятностях? Я ведь все равно узнала. Прости, прости, не хотел тебя волновать. Ну и дурачок. Я могу тебе чем-то помочь? Можешь. Не отвлекай меня, пожалуйста. Мне тут еще немного нужно. Ладно. Буду охранять твой покой. Куда? Женя! Жень! Да, Вова! Хакерская твоя душа! Мешай. Ну, Вова, не мешай! Пошли, надо Ситникова спасать! Куда? Да. Ну, кто бы нас спас, Вова? Ну, ну как же так? Что ты орешь? Скажи мне, человек занимается! Не мешай. Саша! Подожди, ты, это важно! Как? Стой, говорю! Вова, у тебя шило кое-откуда выпало? Что? Очень смешно! Хочешь, что тебе надо, а? Короче, Гусев хочет подставить Ситникову со взяточничеством. Нужны улики. Исчезни. Значит так, завтра идем в театр. Идем. Слушай, он же не отстанет. Это точно. Ну, к тому же Ситникову, наверное, надо помочь. Ладно, только ради тебя, Таня. Последний раз, больше он за нами не будет ходить. Или ходить не будет. Я тебе слово даю. Ладно, вы тут разбирайтесь, а мне пора. Да. Пока. Макс, ты слово дал. Чё ты ко мне пристал, как банный лист, а? Короче, есть план. План такой. Если Гусев действительно в этом замешан, то его секретарша по-любасу должна быть в курсах. Тем более, что у них там шуры-муры. Нужно у нее все выведать. Ну? Что ну?
Ты должен это сделать. Это во-первых. А во-вторых, ты должен выманить ее из приемной, чтобы я успел осмотреться в гусевском кабинете. Так, а почему это должен сделать я? Ну а кто? Ты же у нас афродизиак на двух ногах. Ну как тебе план? Твой? Ага. Молодец. Фирменный. Ага. Идиотский. Но слово есть слово. Ну, короче, Аня меня пригласила. Ну, то есть я ее пригласил. До свидания. О, молодчик! Что я тебе говорил? С тебя бутылка коньяка. Дай. Так, что делаем дальше? Дальше ты ее должен отвезти в самый крутой ресторан. Деньги есть у тебя? Да, конечно, родители прислали. Так, отлично, бери все. А лучше даже занять кого-нибудь. Ты должен ее поразить, а? Петь, ты, пожалуйста, не обижайся, мне не жалко. Просто я где-то читал, что чем мужчина щедрее на первых свиданиях, тем на меньший срок ему нужна женщина, и я... Так, знаешь что? Ты меня слушай, я не книжки читаю. Значит, будешь ей покупать в ресторане все, что она попросит, понял? Хорошо. Так, что дальше? Элеонора Михайловна из Министерства образования. Угу. Угу. Я что, нарушил какие-то учебные правила? Нет-нет, речь не о вас. Видите ли, мы проводим одну негласную проверку по щепетильному очень делу. Я слушаю вас. Мне вот это рекомендовали вас как человека честного и принципиального. Ну, видите ли, к нам поступил сигнал. Элеонора Михайловна, прошу вас. Ну да, действительно, что это я все вокруг да около. Ну, в общем, речь идет, так скажем, о материальном стимулировании преподавателей. Ну, помните, как у Есенина? Дай джин на счастье, в лапу мне. В общем, вы знаете, как это очень детективная история получается. Мне пришло письмо вот с этим. Вы случайно не видели такую же ручку у Тамары Алексеевны Ситниковой? Я... Да вы знаете... Не помню. У меня в последнее время как-то память подводит. Ай-яй-яй, Андрей Константинович, в вашем молодом возрасте и такие проблемы с памятью? Так вы видели эту ручку? Хорошо, можете не отвечать. Вы подумайте, Андрей Константинович. Может быть, вспомните. Да. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. А Гусев у себя? Нет, он на ректорате. Плохо, плохо. А знаете, я хотел только узнать, а не в списках ли я на отчислении после сессии? А это без Павла Ильича невозможно. Понимаю, понимаю. А понимаете ли, в чем дело? Мне надо лететь в космос. Что? Да. А мамусенька меня не отпустит, если я буду отчислен. А я слово волшебное знаю. Какое? Пожалуйста. Ну, а моя благодарность не будет знать границ. Хорошо. Ну. А фамилия у меня очень простая. Максимов. Максим. Нет, нету. Нету? Нету. То есть я могу лететь в космос? Вы можете лететь в космос. Что мне для вас делать? Да нет, нет, нет. Нет, ну, хоть нужно. Проводить я вас могу? Проводить? До конца жизни. Ну, до конца жизни нет, а вот до выхода из института можете. Секундочку. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Только дверь. Захлопните. Ага. Конечно, конечно. Аня, слушай, ты не видела Макса? А то, если он билет еще в театр никому не отдал, то мы успеваем. А, нет. Анька, Анька, поздравь меня. Я только что врача была и беременная. Я за тебя так рада. От Макса, да? Точно? Ты такая молодец. А у нас с Борюсиком тоже все хорошо. Ну, в смысле, не в том в смысле. У нас с ним свидание. С кем? С Борюсиком? Ты знаешь, кто у него папа? Так, стоп. Слушай, я не знаю, говорить ему или не говорить. В общем, сначала я не собиралась, но, понимаешь, сейчас у нас вроде как серьезно. В общем,
И так чешется язык сказать. Ну, если чешется, то скажи, я всегда так делаю. Я так за тебя рада. Так, только ты пока никому. Хорошо, поняла? Да. Ни слова. Все. Все, давай. Пока. Алло, Марина, тут такие новости. А, так вот, с парашютом же прыгать первый раз только страшно. Ой, я часики свои в кабинете забыла, надо срочно забрать. Нет, что вы, Леночка, счастливых часов не наблюдают. Это влюбленные часов не наблюдают. А я что сказал? Ну, не могу я без часов, но честное слово. Ну, мне надо обязательно знать, сколько времени. А справедливо, потому что мы опаздываем. Но есть хорошее предложение. Если мы сейчас быстренько соберемся, то мы успеем на превосходный спектакль. У меня есть два билета. Ну а с чего вы взяли, что я пойду с вами на спектакль? С Табаковым, Олег Павлович. Так, главный роль. Так, ну что, Квакуша, доигрался? Теперь я тебя точно отчислю. Алло, алло, Леночка, ты еще не ушла? Алло, Лена, у тебя все нормально? Лена? Ау, да, Палалич, у меня все очень хорошо. Хорошо? Да. А чего с голосом? Я поперхнулась чаем, поперхнулся, глаз, да. Ну ладно, 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 я сейчас буду. Что-то случилось? Он сволочь. Он сволочь, а я дура. Ты про кого? Про Макса? Так толком расскажи, что случилось. Я думала, что он меня любит, а он позвал в театр эту Леночку Гусевскую. Эту моль! Нашел кого. Извини. Ну? Ну и ладно. Ну только не реви, а ну, что ты? А пойду себе без него. У меня самое главное, малыш есть. Танька, а ты уже вернулась? Что случилось-то? Что? Да пошел ты. А у меня зато два билета есть в театр. Мы успеваем еще. Да? Гад. Не забудь билеты, кобель. Константинович, присоединяйтесь. Нет, спасибо. Я хотел с вами поговорить. Выпьем и поговорим. О Тамаре Алексеевне. Замечательная женщина, прекрасный человек. К сожалению, слишком поздно я это оценил. А вы никогда не ошибаетесь в людях? Всякое бывало. Но в этом случае, Андрюша, нет. Кажется, это тот редкий случай, когда математик становится субъективен. Боюсь, я не вовремя. Кстати, а по поводу чего все это? Обмываю продажу своей квартиры. Понятно. Так, стоп. Вы что надумали, а? Долги надо отдавать. Любезнейший Андрей Константинович.
Не спорю, но, по-моему, не стоит при этом терять голову. Да. Адольф Рубинович, я вас прошу, пожалуйста, повремените с квартирой. Да, хорошо. Мой вам совет. Не стоит этим злоупотреблять. Спасибо, спасибо, спасибо. Может быть, в ресторан? Нет, не так. Может быть, в ресторан, крошка? Крошка? Нет. Может быть, кроха? Нет, все-таки крошка. 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 Ты уже готов? А я тут это... Ты готов? А, ретро-кантри. Говорят, это сейчас модно. А здесь тебе. Вот. Это тебе. Ой, то есть, я хотел сказать, вот. Спасибо. А ты милый. Ну что, куда мы идем? Может быть, в ресторан? Крошка. Ресторан, а крошка? Это что, новое модное местечко с русской кухней? Ну, пошли, а то так есть хочется. Прям в животе урчит. Ой, я не то хотел сказать. Ну, пойдем. Пошли, пошли. Блин, какая муха Таньку укусила. Да ладно тебе, Макс. Все образуется. Сейчас мы этот вопрос проанализируем. Как говорится, одна голова хорошо, а две можно выпить. Петь, только чуть-чуть. Ну, сус, конечно. Подожди. Вот ты говоришь, что все мужики козлы. Все бабы козы, что ли? Я не понимаю. Петь, ты не торопи, главное. Не торопи. Крепкая стала бутылка к концу. Вот вы где. А я вас ищу везде. Слушайте, вы про Ситникову слышали? Что она у студентов подарки вымогает? Слышали? Вот каталог, который по институту вместе с ситниковской ручкой ходит. Понимаете? Знаете, где я его нашел? У Гусева. Вот сволочь, а? Да мы таких, как он, в унитаз в армии макали. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Гусеву морду бить. Я с тобой. Подождите, мужики, еще же ничего не известно. Еще же не ясно. Может быть, это совпадение, мужики! Вы что, мужики, вы что? Вы что, он же вас просто... Вы себе только проблем наживете. С Гусевым по-другому нужно, хитро. Хитро нужно наказать. Точно. Гусева надо хитро наказать. Хитро накажем. Ну вот, правильно. Теперь по койкам. Казанова, ты что, не на свидании? Да, мы того, разошлись. Правильно сделали, Казанова. Потому что все женщины одинаковые. А солнце так себе фонарик. Слушай, колись, что вы разошлись-то? Да мы какой-то модный ресторан искали, а крошка так и не нашли. Пошли в японский. А крошки поесть? Да нет. Но она как начала заказывать. Не то, что официанты. Не то, что я. Официанты охренели. Туалет. А, так тебе денег жалко стало? Да. Давай, давай. Ага. Да не в деньгах дело. Скучная она какая-то. Книг не читает, фильмов не смотрит. И в голове как будто шарик от пинг-понга. Откуда отскочит, оттуда и начинает болтать. Я говорю тебе, не повезло вам в любви. Зато никак повезет. Кстати, а ты мне не одолжишь, а то
Я там задолжал, и мне пришлось паспорт в залог оставить. Тебе хоть в ресторане-то понравилось? А ну-ка. Да нет, рыба какая-то там сырая. Дверь! Я вот что скажу тебе. Ты полочки там видел? Видел. Знаешь, для чего они нужны? Для чего? Чтобы огонь разводить. Держи. Все, я теперь точно поняла. Есть три типа мужчин. Бедные, но красивые. И богатые, но уроды. И Борюсик. Что, так плохо? Ужасно. Он мне всю дорогу нудел, что рис с сырым минтаем можно было поесть дома. Но почему я не могу заказать элитное сливовое вино, если я хочу? А потом он мне всю дорогу еще рассказывал про каких-то гегелей, бабелей, Шопенгауэры. Вот-вот, я сначала тоже обрадовалась, думала, шопинг, сейчас, нудятина. Не, ну вы просто, может быть, разные люди, Ань. Очень бы в это хотелось бы верить. Вообще, знаешь, Саш, я поняла одну вещь. Сердце ведь не прикажешь. Угу. Ну и что, что у мужика деньги есть? Это же не главное. Главное, чтобы он был не жмотом. И тратил, тратил, тратил! Гусев! Гусев! Лапчатый! Иди сюда! Ты еще греть тебя достал! Неужели так просто? Не может быть. Нет? Может? Эврика! Эврика! Господи, ты что? Эврика! Вообще-то меня Саша зовут. Женя, ты есть будешь? Буду. Нет, не буду. Надо все перепроверить. Жень, подожди! Так, драны. Иди сюда! Чего? Иди сюда, я тебе говорю! Это мне? Иди сюда! Кабанов, куда это? Куда? Гусеву можно бить! Дело хорошее, но не своевременное. Так. А что здесь происходит? А я тебе сейчас покажу, что здесь происходит. Тихо. Не так. Я тебе сейчас покажу, что здесь происходит! Больше посыла. Павелович, извините, мы здесь номер для самодеятельности репетируем. Кого репетируете? Как номер? Опасный для жизни. Ну что ты делаешь, дурак? Дурдом. Сюда. Спать. Умаялся Илюша наш Муромец.